Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Андрей, и добро пожаловать на Electro Let's Play по Сурвалкрафту. Как я начал записывать, тут же начался этот проклятый дождь. Сегодня я хочу пообследовать здесь ближайшие территории, хочу все-таки найти пустынный биом, хочу найти эту селитру, ну и также найти, может быть, какие-нибудь красивые места. Давайте сейчас соберем маленький набор, а именно я возьму еду, инструменты и, скорее всего, немножко блоков. О, как у нас хорошо, даже гроза началась. Так, где у меня тут эта фигня? Секундочку. Так. Вот так вот лучше. Я себе звук опять уменьшил. Угу. Делаем. Значит, берем, наверное, тыковок. Много тыков, наверное, штук 10. Ну, я на самом деле не буду как-то далеко отходить. Просто хочу действительно посмотреть, что здесь у нас есть. Что я еще вам хотел сказать? Так. Надо было что-нибудь... Надо бы, наверное, еще один сделать это, типа... сделать еще один сундук, потому что уже очень мало места. И что, у меня древесины нет еще? Есть древесина, вот столько хватит. Теперь я стараюсь... как вы знаете, сейчас наступил август, и я сейчас буду стараться записывать ролики два раза в день. Это на самом деле слышится дурно, то есть вроде бы... ну, на самом деле, что... как кажется стороны, ой, там два видеоролика, да это легкотня. На самом деле это наоборот будет очень тяжело, так как мне придется действительно очень упорно работать. Мне придется постоянно загружать видеоролик, то есть у меня будет целыми днями включен компьютер, то будет рендериться, то будет наоборот загружаться, и вот этот будет все бесконечно, мне кажется, будет проходить, потому что уже скоро будет осень, и я вот так решил это все сделать. Так, грабли, наверное, мне не пригодятся. Грабли не пригодятся. Так, чтобы мне еще взять, давайте посмотрим. Листу возьмем, как дополнительные блоки. Мачете точно возьмем, мачете. Оно тоже должно пригодиться. И, ну, скорее всего, факелов я возьму немножко. Возьму немножко факелов. Сделаю, точнее, факелов немножко. Где-нибудь вот столечко. 8 факелов, я думаю, будет достаточно. Пойдем обратно. Пойдемте сейчас попробуем поесть, точнее, подоить наших коров. В прошлой серии я наконец доделал этот коровник. Так обрадовался. Ой-ой-ой, смотрите, как у нас тут. Где-то близко, очень близко, я понял. Главное, чтобы наш механизм не сломался, если... а если гроза попадет в механизм, то придется его чинить. Да, слава богу, коровы нам молоко дают, но по идее должны. Там вроде бы через день они молоко дают. Вот сейчас вы не представляете, вот сейчас я просто тупо сижу в беседке, записываю, и вот у меня просто вот на глазах пот. Я сейчас так потею, как же жарко на улице. А если сидеть в беседке, вообще невозможно просто. Все где-то вот так вот мы наелись, то есть молоко, оно пополняет сытость, но не полностью, но это уже хоть что-то. Куда бы мне стоит пойти? Мне кажется, что сейчас я пойду куда-то в ту сторону, то есть вдоль того побережья. Надеюсь, я не замерзну, не умру, это я постараюсь сделать, и буду я путешествовать в ускоренной съемке. А вот это сейчас было очень и очень опасно, кстати. Сейчас давайте тут, вон, прям туда. Если сейчас мы не потушим, то мне кажется, сейчас дерево просто нахрен сгорит. Уё, ребят, смотрите, как жестко, просто жестко. Ой-ой-ой, где мой топор? Тушим, тушим, очень быстро нужно потушить. Давай. Ай. И закончился, кстати, наш дождь. Все. Да. Все, ладно. Погнали.
Вот где-то примерно тут я обнаружил еще один пустынный биом. Вот тут достаточно тоже красивое место. Тут у нас, смотрите, все зимнее идет. Давайте здесь попробуем прокопаться. Я не уверен, что здесь будет селитр, но все-таки попробовать, мне кажется, стоит. И мне кажется, сейчас у меня скоро уже лопата закончится, но сейчас я постараюсь все-таки найти эту селитру. Мне кажется, что она здесь тоже, походу, ее здесь тоже нету. Я не знаю, что это за биомы пошли, но она действительно, я ее находил действительно только в пустынных биомах. То есть она как песчаник, такого, такие беленькие точки. Нет, нет. Ладно, погнали дальше тогда искать. Раз уж здесь вообще ни хрена ничего нет. О-о-о, нет, стоп. А смотрите, что я нашел. Полезное ископаемое. Это либо сейчас будет рядом пещера, либо это просто ископаемое. Это у нас, как он называется, малахит. Тоже очень полезный ресурс. По идее, здесь больше ничего нет, поэтому погнали отсюда. Походу, мне придется здесь немного заночевать, потому что здесь, как вы можете видеть, потемнело у нас. Потемнело, это означает, что пора построить небольшое убежище, прям малюсенькое. Мы его, естественно, потом возьмем. Так, где-то так, тут нужно постелить листу. По идее, у нас здесь достаточно тепло, но, как сказать, нормально у нас здесь, не холодно. Здесь закрываем вот так вот и все, и ложимся спать. О, получилось. Наконец-то день. И у нас сразу волки здесь появились. Вот. Что действительно странное. Так, у меня лопата так быстро бы не закончилась. Убираем наше маленькое убежище из песчаника. Такие вот мы песчаные люди, песчаные. Да, очень плохо, что здесь нету селитры. Очень печально. Сейчас пойдем в ту же сторону, то есть в том же направлении. Главное, мне просто единственное, это не замерзнуть, потому что у меня нету у меня, короче, не смогу я согреться, если все-таки замерзли. Погнали дальше. Попытка номер два. Все-таки мне кажется, это какой-то неправильный биом. Просто если смотреть, то очень. Давайте. Блин, у меня реально сейчас инструменты закончатся. Главное, мне сейчас в пещеру не провалиться. Не, какой-то действительно неправильный здесь биом, потому что вообще, если смотреть, что это пустыня, по идее, здесь должна быть жара, здесь должна быть огромная температура, но тут этого вообще нету. Погнали в ту сторону тогда. Вдалеке я вон вижу там вроде бы кактусы, поэтому погнали в ту сторону. Фух. Вот я, в принципе, пришел. Я все-таки здесь хочу выкопать, потому что здесь вроде бы пустынный биом. Там я чуть даже не замерз. Тут, смотрите, тут везде практически просто вот холод. У нас тут памятники есть, поэтому давайте мы их раскопаем. Просто смотрите, здесь везде пустынный биом и вот эти вот ели. Че, ничего нету тут опять, что ли? О, малахит. Еще тут есть, тут еще один есть. Ой, у меня памятники опять их дофига. Выбросим. Все.
Так, где вы мне здесь выкопать? Я просто боюсь, сейчас начну опять копаться и не найду эту селитру. Я честно не знаю, где ее искать, если ее даже уже... Нет, у меня сейчас лопата уже закончится. Лопата закончится. И кирка уже, наверное, скоро. Вот, кстати, вот тут базальт уже начался. Так просто не всегда бывает почти. Ну, серьезно, что ли, опять? А, у меня еще и кирка закончилась. Что мне делать? Походу, здесь нету того, что я ищу. Свалим отсюда. Ну, не знаю, давайте попробуем. А, у нас же здесь есть это... доски. Значит, сейчас сможем сделать себе кирку. Хоть, слава богу, что у меня ресурсы здесь есть. Делаем так. А, у меня еще и нету булыжника. Где мне еще этот булыжник найти? Придется, наверное, вниз копаться, скорее всего. Ох, наконец-то, да. Вылезаем теперь отсюда, делаем кирку, и походу здесь действительно... А больше нету. Походу, больше нету ничего. Я имею в виду то, что здесь нету этой селитры, которую я пытаюсь найти уже вторую серию. Что за неправильная карта, я просто не представляю. Так. Оп, все. Вот почему-то страусы и казуары здесь водятся, а вот именно то, что я ищу, вообще нифига нет. То есть сейчас придется опять где-то ночевать, потому что, правильно, здесь нету уже ничего. Так, тут что-нибудь есть интересно? Походу, это тут ничего никогда не было. Мы выбрасываем. Вот тут вот тоже раскопать. Тут базальт у нас даже. Из базальта сделано. Нет, ничего нет. Ничего. Коровы, северное стадо. О, у меня здесь потемнело хорошо. Может быть, это пустыня неправильная из-за того, что здесь слишком маленькая температура и типа здесь не спавнится. Ну, этот. Какие кузуары красивые у них. Какая шея красивая. Нереальный цвет такой яркий. Не знаю. Мне, наверное, сейчас еще и закончится это. Вроде бы неплохо песок копается киркой. Чё, опять что ли? О, блин, я уже даже не знаю, честно, где искать. Тут базальт куски иногда попадаются. О! Да! Наконец-то! Да! Я нашел эту долбанную селитру! Вот так вот она выглядит. Да. Блин, вот как? Я ее столько искал. Она в таких маленьких количествах. Офигеть, да, я все-таки нашел эту селитру, да, все. Сейчас давайте вылезем. Вылезем и поспим. И продолжим. Что я хотел сказать? Продолжим добытие этой селитры, так можно выразиться. Ну, правда, действительно очень-очень далеко эта селитра спавнится. Ну, просто посмотрите, как, насколько далеко. Так, хорошо, делаем домик. Делаем из песка, просто полностью так, из песка. Здесь сверху покрываем песчаником. Здесь мы выкапываем ямку такую. Мне бы главное, честно, не заблудиться. Но, по идее, вот там вот у нас пляж. Поэтому я думаю, что я не должен заблудиться. Все, спим. Что тебе не нравится? Может, это место мало? А, да, место. Так, все. Погнали в нашу яму. Ой-ой-ой. Надо похавать, иначе мы сейчас умрем очень быстро. Вот так вот хорошо. В общем, как-то вот так вот мы нашли селитру. Видите, она ее очень мало. Я помню, она же вроде была в каких-то больших количествах. То есть, постоянно. Ты копаешь одну руду, выкапываешь один блок, а тебе там сразу 4 еще видно.
ставлю факела. Вот здесь уже пошла селитра, надо ее добыть как можно больше, потому что, ребят, это очень полезная вещь. Это вещь, без которой вы не сможете просто тупо высаживать. Потому что когда вы посадите, скопаете грядку, посадите растение, ваше растение либо не вырастет, то есть оно либо останется не с... да ё-моё, не созревшим, либо просто оно не вырастет, вот. И, походу, сейчас придется снова добывать этот, как раз, обычный камень. Вот почему я не сделал... Мне бы надо бы алмазы добыть. Вот если сделать вообще алмазную кирку, то она будет достаточно неплохо держаться. Также тут еще можно броню сделать, но, знаете, по моему опыту, броня очень-очень быстро ломается. Даже это... Как она называется? Алмазная броня, она очень быстро ломается. Сейчас придется так быстренько добыть вот этот камушек. Я столько вот времени убиваю на то, чтобы добыть этот булыжник и просто тупо сделать кирку, чтобы копаться. И теперь я еще даже не помню, где у нас шахта. Вроде бы вот здесь вот. Да, вот тут вот. Ой-ой-ой-ой. Так, слава богу, у нас палочки есть. Я, наверное, сделаю сразу две кирки, потому что очень это все долго добывается. И не хочу тратить на это время. Как раз добыл специально 6 булыжников. Все, берем кирку и быстро-быстро копаться, потому что нам еще нужно успеть это все посадить. Еще нужно вернуться и посадить это все. Так, тут у нас нету, я вроде не вижу, нет, тут нету. Вот здесь копаемся. Как можно больше надо добыть, но тут на самом деле они могут быть очень большими залежами. Очень много может быть это селитры. Я не знаю, почему она в пустыне добывается, но она в пустыне добывается. Если тут сейчас закончится, то, наверное, все уже. И тут, видите, еще не все. Все, у нас уже один стак есть. По-моему, уже все закончилось. Я ее рандомно прям нашел, эту руду. Если бы я не копался, то я, наверное, ее просто бы тупо не нашел. Вот еще. То есть, по сути, нужно просто покопаться здесь. Немножко покопаться и... Знаете, я просто ненавижу, когда меня просто берут и звонят по телефону именно во время записи. Меня это очень сильно раздражает. Так, ну что у нас здесь? У нас здесь уже повторение пошли. Последний блок выкапываем, смотрим, нет ли селитры. Все, все. Эту шахту мы оставим, наверное, скорее всего, открытой. Пусть она вот здесь будет. Сделаем, наверное, здесь какой-нибудь, не знаю, ну, типа, значка специального, что вот у нас тут, типа, шахта есть, что, типа, приходи добывать селитру. Но я теперь буду знать, что, чтобы добыть эту селитру, нужно идти за 3-9 земель, потому что, действительно... Очень далеко. Вот так вот и вот так. Все. Это мы оставим. Соберем яйца, потому что я думаю сделать мне ферму яиц. У меня было по этому видео. Все, теперь просто очень быстро бежим домой. Надеюсь, что мы успеем добежать.
Ну что, наконец-то я пришел все-таки до своего дома, точнее дошел. Как вы можете видеть, луна у нас круглая, полная, и это означает, что сейчас у нас будут спавниться оборотни. И они действительно очень агрессивны будут, если они будут находиться рядом с нашим стадом, то они могут действительно его полностью убить, поэтому быстренько ложимся спать. Доброе утро, дорогие друзья. Этот день опять начался с нашего дождя, самого любимого в Survivalcraft. В итоге у нас 50 селитр и еще 2 яйца ворон. Мы их пока отложим в полочку. И обязательно сделаю ферму яиц, только чуть попозже. Давайте теперь посадим, возьмем все наши... Нет, сначала мы, наверное, выкинем весь хлам, просто вот все. Все, что нашли. Даже малахит. Эту фигню. Долбанные мотоциклисты. Эту фигню. Возьмем вот он сидс. Возьмем наше пшено или пшеницу, или рожки, я не знаю, как он переводится. Блин, я опять забыл там одну штуку посмотреть. Ладно, я тогда переведу, как вот эта штука тоже называется, обязательно специально для вас. Я посмотрю в Google переводчике. Еще cotton seeds, здесь ничего нет, здесь тоже ничего нет. То есть, по сути, вот что у нас осталось. И я зря не взял с собой грабли, потому что нам они понадобятся. Сейчас все-таки посадим это все и вот все. И вот закончим на этом. Хотя нет, наверное, не закончим. Мы посмотрим сейчас. Возьмем вот эту штуку и еще вот эту штуку. Все. Теперь уже точно. Все, быстренько побежали сажать и заканчиваем на эту серию. Действительно, сегодня хорошее путешествие у нас получилось. Мне очень понравилось самому. Правда, как вы могли видеть, везде просто один зимний биом. Без него прям не обойтись. Так, 6 сделаем. Пусть у нас будет. В общем, как это все дело работает. Вы берете, делаете вот так вот. Делаем так, 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 так. Так, 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 так. Это, наверное, мы пока уберем, потому что это мешается немного. Мы его расширим, наш огородик. Также огородим немножко. На серии опять получится большой, но я ее постараюсь специально для вас как можно максимально сжать. А именно я буду ускорять видео прям. То есть постоянно ускорение там будет несколько раз. Вот, значит, вот столечко вот. Сейчас, если у нас еще останется место, мы еще засадим здесь другими всякими. А, нет, я неправильно сделал. В общем, делаем вот так, смотрите. Сейчас, секундочку. Вот так вот. Ой, уходи! Ты сейчас потопчешь мне... Сволочь, наглый медведь. Смотрите, сейчас мы с ним быстренько разберемся. Иди сюда, тварь. Все. Мы с ним быстро разобрались за то, что он наш урожай сломал. Смотрите! Вы видели? Посмотрите, как он просто быстро взошел. Вы видите, как быстро тыквы начали расти? Как быстро же все-таки это делается. Вот вы видите, такие вот белые точки образовались. Это у нас как раз и наше удобрение здесь и есть. Ставим теперь вот это. Это у нас пшеница. Так. Вот так вот. Все, слава богу. Мы убили этого медведя агрессивного, который меня потоптал. Так, у нас тут... Сколько у нас тут? Ну, у нас хватит еще, получается, на вот столечко. Примерно. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Теперь мы это огораживаем. Я знаю, что здесь забор очень коряво работает, но все-таки я хочу это огородить все. Это связано все-таки с тем, что наш урожай не убьют, но все равно, чтобы здесь всякие животные хоть не бродили. Это уже будет хорошо. А, у меня и забор закончился. Ну ладно, тогда сейчас, значит, сделаем вот так вот. Так вот делаем, так, 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 так. Здесь делаем вот так вот. Ну все, короче, пусть вот так вот как-то это все выглядит. Вот так вот. Все. Вот и дождь закончился, все. Ну еще и факелочек поставим. Куда-нибудь сюда вот, если он поставится, конечно. Да, поставился. Вообще супер.
Все, да. Вот, мини-огород готов. И у нас, кстати, уже что-то начало расти. Вот, даже наш коттон тоже растет. Вот такая получилась достаточно интересная серия. Мы обзавелись таким огородиком, обследовали достаточно большую часть вот того побережья, то есть в ту сторону. Я постараюсь это видео как можно больше сжать, чтобы оно получилось такое менее длинное, короткое. Я постараюсь его сделать как можно короче. Если вам понравилось сегодняшнее видео, то обязательно оценивайте этот видеоролик лайком или дизлайком. Также оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. С вами был Андрей. Всем пока.